Всем привет, друзья! Приветствую всех на моем канале. Ситуации в стране с этим коронавирусом и с пандемией. Вот мы решили приехать домой ненадолго. Но в понедельник снова поедем на работу, так как промысловиков не посадили домой. Вот. Так как у нас есть еще время, хотелось бы вам записать небольшое ознакомительное видео о том, как устроен секрет и небольшие тонкости. Вот. Ну что, погнали, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии для развития нашего канала. От этого будет зависеть развитие в дальнейшем нашего канала. Что, погнали? Вот так он вот выглядит. Я подготовил его, растянул. Начинаем открывать. Давайте начнем открывать. Конец. Допустим, этот кол в луже воде, завязали, да? Вот есть такая нитка, называется поджилень. Она устанавливает вот именно расстояние вот это вот. То есть больше она не натянется. Также есть вот эти огни. Я когда-то рассказывал об этом, но, видимо, не выливал это в видео. Это огонь. Размер этого огня у нас измеряется как? Вот этими двумя ячами. Вот яча и вот яча. Если ее растянуть вот так, и он в ту сторону тоже так растянуть, то получится то, что она будет где-то до сюда. И хватать будет где-то, не будет хватать 1,5 сантиметра. Это идеальный размер. И чья, вот такой огонь должен повторяться. И должен быть одинаковым. И должен идти параллельно с нижним. Вот. Также можно заметить, что здесь есть балберка с крылом. Вот это вот максимальная высота стены, которая поднимается в воде. Вот представим то, что рыба плывет. Хоп, и попадает в такую конструкцию. Это называется усынок двора. Тут тоже стоит балберка и груз. У сынок двора выглядит вот так вот. Тут очень много всяких приблуд. С самого захода начиная, как бы об этом можно разговаривать очень долго, часами. Но не будем об этом. Самая суть. Размер ячи в данном моменте у нас 40 миллиметров двора. Вот. И вся мелкая рыба проходит через эту ячу и отбирается таким образом. Таким образом незаконник. Также вы можете заметить то, что трояк такой грязный, не более немного. Я специально так натянул, потому что после каждой путины мы вот так вот растягиваем трояк каждый, вот, и начинаем его чинить. То есть его чистим, ищем дырочки и начинаем чинить. Вот так это происходит. То есть летом потихоньку и начинаем готовиться к осени. Вот. Ну что, погнали дальше. Следующим моментом у нас будет бочка. Вот. У нее есть усынок. Вот так у нас выглядит усынок. И вот эти вот кольца. У нас, допустим, в этом варианте это 3 кольца. То есть 3 бочки, ну, 3 этих котели. А еще бывают 4-котельные. Бывают разные виды исполнения, то есть это кольцо, оно может быть разного диаметра. Начиная от такого, заканчивается вот даже до такого. В данном экземпляре у нас получается где-то 65 сантиметров, ну 70 сантиметров первая бочка. Я еще раз повторюсь, что секрет, почему называется, потому что это секрет каждого рыбака. Вот в нашем экземпляре это получается то, что первая бочка отличается от второй и от третьей. Вот это меньше вот этой, вот это меньше. Точнее, вот это меньше от вот этой. Ой, я уже запутался. Вот это больше, чем вот это, а вот это больше, чем вот это. И вот так вот продолжается. Но есть такие рыбаки, которые делают одинаковые. Котели полностью. Вот. Все это зависит от того, как много рыбы на раскат. Сейчас хоть рыбы не так уж много, вот, и такие бочки вполне достаточно. Многие думают, наверное, еще как. Вот мы поднимаем бочку так вот, вот подбор, и вот эта часть, она у нас растягивается просто. Так, допустим, тянем, и она вот так обычно растягивается. Хоп, и рыбу, допустим, мы рыбу переваливаем. И все на этом. И все. Так. Вот на этом у нас секрете есть бирка,
которые у нас установлены на каждом секрете. Здесь написано фамилия и название организации, в которой мы работаем. Вот. Инспектора могут приехать, проверить, в каком месте стоит трояк, правильно ли это все стоит или нет. И, ну, не знаю, докопаться, так скажем, может, как-то установлено неправильно. Такие случаи бывали, и такое не редкость. Как-то вот так вот, друзья, все вот так вот выглядит. Это один из экземпляров. Не все они такие. Есть четырехкотельные, есть трехкотельные, есть крылья с балберками, есть без балберок, есть плавающие, есть с огнями. В общем, их очень много, уйма. Вот. Но вот такой экземпляр, он вполне хорош, то есть он ловит рыбу идеально. Ну, ничего в этом такого нет. Даже такой трояк, сделав вы сами, либо приобрести. Так, кстати, я не сказал о том, что мы продаем трояки и делаем на заказ. Вот. Индивидуально. Вы можете купить так, как и бушный, вот такой трояк. Мы его починим, весь почистим и вам отправим в любой регион с транспортной компанией. А также можем сделать индивидуальный секрет по вашему месту. То есть от вас нужно будет, где, в каком городе вы находитесь, даже не важно, в каком городе находитесь, какая глубина вашей речки, куда вы хотите ставить, вот от этого зависит. Потому что такой трояк вы не поставите на 2-метровую глубину. Ну, хотя поставите, но он будет ловить, но не так. Лучше сделать там чуть больше бочку и все остальное. Вот, так что пишите в комментариях, интересно ли вам вот такие видео ознакомительные. Вот, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно пишите то, что нравится или нет. И всем пока, друзья, не болейте и оставайтесь дома.